Всем привет! Сегодня посмотрим на такой интересный вид оптимизации, как float в качестве индекса. А как вы относитесь в качестве индекса, если индексом выступает float? Вы скажете, да что за бред? Ну, бред не бред, не надо кривляться. Всякое у нас может быть. Там не доспал, там не с той ноги встал. Там то, там все, и в результате так получилось. Да, сейчас посмотрим результаты работы наших циклов. В том случае, когда у нас индексом выступает integer, double и float. И все, конечно же, увеличится на плюс 1. Ну-ка, готовы? Я думаю, готовы. Давайте смотреть результаты. И результаты, я вам могу сказать, должны быть интересные. Так, запускаем all build. Уровень оптимизации O0. Ну, я думаю, вы поняли, да? Вот здесь цикл float, индекс, и здесь double, и здесь int. Так, все собралось, и быстренько надо все сравнить. У Силенга, какие результаты у Силенга? Ёлы-палы, для флота, для дабл. А как так? Чё одинаковые результаты? Я же говорил, результаты будут интересные. Я для GCC это сравнивал, но для Силенга и для этого... Очень интересно. Очень интересно. 100 тысяч. Блин, это надо было изменить на какую-то... Ладно, пусть будет. Интересно. Давайте третий запуск. Короче, такой разброс. Давайте GCC. Что вообще непонятно, что быстрее, что не быстрее. Для GCC, если индексом float и int... Блин, что, разницы нету? Какой-то бардак. Я не знаю, что произошло. Но что-то произошло однозначно. Для GCC была разница, и int в качестве индекса был лучше. Что такое? Что произошло? Сейчас я запустил тест интеловского для программы, которая собрана интеловским компилятором. Странно. Ладно. Понял. Запускаем флаги O2. С флагами O2. С максимальным уровнем оптимизации. Ну, максимальным рекомендуемым уровнем оптимизации. Так, смотрим. Ну, здесь Силенг собирает, здесь GCC, G++ собирает, а здесь интеловский. Ну, все честно. Давайте Силенг. Так, ну смотрите, вот здесь скакануло. В принципе, для Силенга, в принципе, если int в качестве индекса, то скорость увеличена, да? Смотрим в среднем видим, если бы не вот это. Что такое? Ну, что у меня сейчас делать? У меня, в принципе, сейчас запись экрана происходит. Возможно, это и влияет. Возможно, и происходят такие скачки. Короче, смотрите, дабл в качестве индекса для Силенга оказался быстрее. То есть это, походу, самый такой нормальный результат. Интересно, давайте GCC запустим. Для GCC, что float, что дабл, одинаково. Опачки, а вот для GCC integer в качестве индекса сделал всех по скорости. Вот, здесь мы видим все четко, все. Это уровень оптимизации O2. И давайте для Intel посмотрим. То есть здесь разница в скорости чуть-чуть больше, чем в 2 раза. Что у нас Intel покажет? А Intel нам покажет одинаковые результаты. Вот, зараза. Как так-то? Ну, хотя, в принципе, мне кажется, это нормально, когда одинаковый результат. Потому что вот здесь у GCC это напрямую зависит, что увеличивать. Ну, интеловский компилятор у нас одинаковый результат. И для Силенга, что мы видим,
Давайте CLang еще запустим. Короче, мы увидели, да, что это, то есть разница есть для GCC-шных компиляторов. Для Intel компилятора разницы нету, какой у тебя индекс, float, double или int. И давайте еще CLang запустим. О, походу вот самый чистый. Для CLang, смотрите. Ух ты, блин, для CLang double оказывается быстрее. Ну, наверное, из-за того, что 8 байт все-таки и архитектура здесь 64-разрядная, то только для этого, только из-за этого и скорость выше, да, для double. Короче, самым оптимальным получается здесь, то есть интеловский компилятор, ему все равно, он одинаково оптимизирует. Вот. Но для GCC и CLang float в качестве индекса это не очень хорошо. А вот double или int это получше. Но это для 64-разрядной архитектуры. Я думаю, для 32-разрядной архитектуры вот это будет предпочтительнее, чем вот это. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайк и комментируем. Всем пока.